соя, норма высева 200 тысяч, 36 килограмм. Сегодня 18 июля. Естественно, соя и то, что она более изрежена, это видно, то, что здесь норма ниже. Что касается ветвлений, формирования там боковых ветвей, то здесь, конечно, все это есть. Естественно, здесь завязи больше, ну, визуально. Также уже бобики сформировались и наливаются в нижнем, среднем, верхнем ярусе. Ну и соя продолжает, ну, как бы, наверное, отцветать и еще цвести местами. Посев на более на участке со сниженной нормой, он выглядит, конечно, пониже. Что касается прикрепления нижних бобов, ну, по прудансу пока я вижу, что, ну, здесь вот до 10 сантиметров. То есть 10 сантиметров здесь есть. Ну, хотя вот на этом, на самом таком раскидистом кусте, конечно, сантиметров 6 нижний бобик. А так, ну, просто здесь получается проплешина. Куст, конечно, неплохой, сформировался неплохо, но здесь есть вот такой вот прогал. 200 тысяч, 18 июля.